раньше. Здесь перепад высоты, и они ниже нас значительно. А мы сильно далеко от края перепада, поэтому мы будем тупо в землю смотреть. У нас сигнал, он потеряет сигнал и взорвется выше над ними. Слушай, ну я думаю, это тоже неплохо, держать постановки, по которой штурмуют. Они как раз типа отвлекутся на эту хуйню, может кого-то осколками после. Ну, короче, ну давай. Угу. Стил справа, проверка звездного. Есть. С**па. Работаем артиллерией по пи***ам. Сейчас наши будут штурмовать там зеленым. Ой-ой-ой, краб, хорошо, прямо в цель. Да, Степаныч ничего не писал. Это он, ну, это да. Он. Да, плюс це був крайній. Я артистку подготовку атаки закінчив. Дякую за спостереження. Ти ж такое устраиваешь. Не, мы оттуда будем подниматься пешочком-пешочком. Да поможи. Какие-то куртка, да? Угу. Блять, реально зэки какие-то, походу, ебаные. Давайте прямо сейчас. Вот, ты что понял, что пацаны. Готовится. Вот, смотри, вот типа один копает, ага. А вот два что-то пизгоняют. Ага. А мы понял, короче, ну мы типа утром приехали, и я вот смотрю, типа, что вот ходят, типа, ну прям можно их срисовать хорошо. Типа, пишу в чат, типа, говорю, пацаны, дистанция вот позволяет, вызывайте камикадзе, блин. Я был такой, давно вопрос. Он пошел. Ну ладно, по нам не еб, уже хорошо. Да, они, короче, присели под березку. Берёзка? Не услышали. Под березкой он. Слушай, ну я просто не знаю, ну давай я тебе покажу. Я просто не знаю, какой он даже ориентир дать там. Видел это что справа? Справа тебя, да. Вот, смотри, вон они стоят. Вон, я сейчас на них навелся. А чуть-чуть отдалить. Смотри, прямо по центру под березками в натуре они стоят. Ну, я вижу, а где лэп? Лэп вот. Лэп вот, лети справа от березок. Ну где-то шагов 10-15. Они прям под березками. О, ну. Есть? Попал? Вот, вот, вот прилет. Ай, хорош. А вон... Смотри, смотри. Ой, красиво. Оп, смотри, выглядывают. Что за хуйня? Что случилось? Ой, и вон, следующий, смотри, вон третий идет, смотри. Давай. И вон туда? Один. Давай, покажи давай, мне, скорректируй, как я попал. Ты попал сюда? Так. А вот они, смотри, засуетились. Ага, правее. Вот этот тип был тут. То есть чуть-чуть правее надо было взять. Вон они, ага. Видишь, под деревом. Все, я, кажется, понял. Красивчик. Второй будет? Бля, слушай, братан, метров 25 где-то в сторону и им, блядь, пизда. Плюс. Возможно, возможно, пацаны, там один 300-й, возможно, легкий. Да, он что-то, смотри, видишь, над ним, да, 200-й надо. Над ним суетятся. Он, короче, прибежал откуда-то оттуда, короче.